Мы придумали крутое поздравление для нашего друга Макса. Да. Я скажу то, что я предложила собрать всех его друзей и вместе поздравить. Про тебя скажу, что ты поставил танец. А ты что скажешь? А ты скажешь то, что мы примерно за 10 дней собирались вместе, репетировали танец, танцевали. Макс ничего типа не знал. И сейчас, типа, вот вы увидите, как это все было. Самое прикольное, что ты еще даже не знаешь то, что сейчас будет черно-белая картинка, как ты все рассказала, как выглядит. Реально? Да. Как я сижу такой и уже все это придумал, и просто жду, пока ты договоришь. Это намного искренне и круче будет. Ребята, а перед началом ролика хотел посоветовать вам крутой канал. Я давно мечтаю съездить в Америку, и вот нашел классный новый канал, в котором уже много видео про жизнь в Америке. Видео о работе в США, а также путешествиях по известным городам Америки. Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие. В общем, огромное количество мест, в которых я бы и сам хотел побывать. А ссылку на канал вы найдете в описании к этому ролику. Ну вот, Макс, не пишешь, не хочешь снимать сама, а я вот готовлю себе. Ты стоишь ближе к резали. Я стою здесь, здесь так, ну все, вот ты все. Три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Ты не сделай сейчас. А ты расскажи, что происходит. Я сделал макарену. Они не могут сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Эй, эй, эй! Давайте, давайте, без музыки. Медленнее будет, что будет. Давай, быстрее, быстрее. Давай. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь. Эй, эй, эй! Да, вот давай. Да. 5, 6, 7, 8. Вот дальше. Не погоди, почему да веселый такой? Шум, а вода по асфальту рекой. Макс, ну ты даешь, конечно, безответственный человек. Мы тут потренили, блин, сколько тут тренили, реально, да, было? Слушай, Олег, прости. Нет, Макс. Я понял. Максим Павлович сидит дома, ой, и даже не подозревает, что мы выехали к нему с подарком. Это колонка была. Вот. Айдар. Айдар, ты куда приехал? Я приехал к Максиму поздравлять с днем рождения. А это подарок? Что там? Не знаю, вот Макс, отсюда интересно, ты где живешь? Короче, приехали к какому-то седьмому дому, я, восьмой. Короче, это около седьмого дома. Сейчас тренинг будем еще. Ты выходи, ладно, Макс? Сейчас мы, Макс, смотри, как делаем. Мы около седьмого дома, короче, решили все собраться. Артема мама-то написала, получается, паркуется нет мест. Там вот это не будить, чтобы вот это не орать, получается, чтобы все соседи не поднять. Да. Ничего себе, как у Макса тут красиво на райончике. Тренируют связку. Это Максим? Да, да. Да, вас беспокоит курьер тут. Посылка от Тагирова Айдара Азатовича. Что за посылка? Да. Не знаю, просто посылка. Да. Подарок, наверное. Подарок, наверное, да. Ладно, заходите, там код 653. Посылка очень тяжелая, я не смогу. Пожалуйста, выйдите. Ворота можете подойти, пожалуйста? Твои друзья, Айдар? Да. Сочувствую.
отжиматься, что ли? 5, 6, 7, 8. Уже. Надо, ты это посадишь. Уже две батарейки. Где его дом? Следующий. Ага, идем. Я уверен, никто не поймет. Алло? Алло. Макс, здорово. Это там мы курьера, короче, отправили. Ты сможешь дверь ему открыть? В смысле? Да курьер, мы тебе подарок приготовили с этой, с Ксюхой. Да. Могу выйти, ни хера себе, реально? Да, там, короче, этот, у вас забор или что-то такое, короче, туда выходи. Все, ладно, давай. Давай, давай. А вдруг пешком пойдет? Никита. Эй, помаши! Макс! Пусть бегут неуклюжи. На прохожий в этот день непогожий. Почему? Да и веселый такой. Отдай игра. Это ой бой, это же я, ой бой. Да. Пять ребят, спасибо большое, спасибо всем. Хитрец вылез такой на балкон. Мы тут уже знаешь сколько стоит. Я нет, я просто я же говорил, мне пешком было... быстрее Айдар, было спуститься Айдар, с третьего надо этажа. Надо было бежать, когда уже вы здесь его увидели бы в подъезде, тогда да, надо да, было да, выбегать. А я выхожу, смотрю, стоят. Что такое? Что такое? Все время вы такие красавцы, ребят, вы не представляете, как это математики. Просто попробуй угадать, что там, я не знаю, потом вот как думаешь, что там такое? Гадец, что это? А может тут откроют? Давай откроем. Блин, а я хотела, кстати. Ладно, сразу встретиться. Ну, суй. Что там написано? Гадец. А сзади, 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 посмотри. Че, вот мог представить, что здесь мы его ничего не представлял. Я думаю, интересно, что они там такого сделали, блин. Я вообще никого ничего ни в чем не подозревал даже. Только раз.